Вставочку. Вставочку. Можно тоже с присоской. Да, она и есть подставочка сама. Но не всегда она. Что примешь сейчас? Ну а как вы хотели? Да, вроде бы добавят. Ну, на дороге торопиться нельзя, потому что туда принимают круглосуточно. В морг, блин. Так, притормаживайте, колеса должны его видно быть. На развязке мы поедем направо. Mm-hmm. Смотрите, как ребята встали, да? Решили полосу переделать. Ой, это вибрация. Экономят дорогу. А? Экономят трассу. Да нет, каждый хочет быть первым. Если эта машина... Так, теперь мы направо, да? Со нет, светофором. Мы едем пока прямо. Там будет указатель. Я вам сейчас покажу. Их нужно читать. Я даже в автобусе стараюсь читать. Ну, вы сейчас не в автобусе, вы сейчас за рулем транспортного средства. Надо перестраиваться. Да, конечно, право поворотник. Так, в зеркало смотрим. Машина. Мы правое машина. Зеркало смотрим. Мы же вправо перестраиваемся. Да. Вот так вот перестроились. Включайте поворотник. И мы едем на улицу Тихоокеанскую, трехгорную направо. Да. Перекрестки поедем направо. Перекресток у нас регулируемый. Соответственно, если мы едем направо, какую? Правую. Правую. Так, а сейчас мы с вами едем по двум полосам. Сейчас опять вернулись вправо. Вы, я полосу. Конечно, конечно. Вы же смотрите, вы же не одна на дороге находитесь. Я думаю, что такая широкая полоса? Для меня, да, наверное, специально. Для вас? Для королевы, да? Оказывается, это две полосы. Надо сегодня эту вибрацию убрать все-таки. Защита. А что за вибрация-то? Ну, масло поменяли, а защиту двигателя не прикрутили, как полагается. И вот она об двигатель трется, и, соответственно, такое ощущение, что ужасно неприятно. Вибрирует. Смотрите, светофор загорелся, загорелся. Да? Справа мы смотрим пешеходов. Право поворотник включите. Включу. Аккуратненько по рельсам проходим. Еще раз не мешает влево убедиться. Так, что у нас? Едем, пешеходов нет. Поворачиваем крайнее правое положение дороги. Разгоняем автомобиль. С левым поворотником уходим. В зеркало посмотрите. Притормозите. Вот так вот, поехал. Молодец. А знаки какие проехали? Ну, там сужение дороги. Ну, сужение дороги. Конец полосы. Ну, конец разгоночной полосы. А? Там разве был такой знак? Ну, да. Вот. Там была дорога кривая показана, что опасный поворот. Нет, не опасный поворот. Не опасный поворот. Конец разгоночной полосы. А еще какой знак? Какой еще там знак? Обгон запрещен. Ну, мы обгонять никого не собирались, поэтому я не обращаю. Вы должны как водитель читать эти знаки. Да. Потому я что... на них просто внимания не обращаю, мы же не обгоняем никого. Поехали. Мы должны на все внимание обращать. Мы же водители. Будущее. Едем по главной. А главная дорога у нас вот тут. Она. Едем. Это что, если бы... Что еще раз? Такой знак первый раз вижу. Ну, вот видите. Мы такой знак даже не изучим. А что это, слепые ходят? А в следующий раз придете, почитаете правила и мне расскажете, что это за знак, хорошо? Пускай обязательно посмотрю, мне просто интересно. А то я вам сейчас скажу, вы забудете. А когда сами почитаете, вам будет интересно, потом мне скажете. Я вроде все знаки смотрела. Ну, вот. Мы вроде смотрели, а в итоге не знаем. Разгоняем транспорт. Что-то со слепыми связано. Что-то со слепыми. Интересно, а что? Посмотрю. Посмотрите. Позвоню, даже тебе скажу. Позвони мне. Так, вы по обочине, мы не едем. Нет.
в зеркало правое посмотрите, видно, где бордюр. Мы вот так чуть-чуть раз отъехали от него и все. Тут одна полоса, по сути. Зачем жаться на бордюр? Ясно. Порвем колесо и куда мы уже не поедем. Мы сейчас направляемся в ту сторону, где в конечном итоге, когда вы сдадите все экзамены. 39-й. Да, на 39-й магазин вы будете там получать свое водительское удостоверение. При этом заплатив госпошлину 2000 рублей. Ну это я знаю. Вот смотрите, грузовик как поехал, а там едет вагон. Сто и стрелочка. Да. Вы понимаете, что вам скоро сдавать экзамен? Подожди. Ну, стрелка направления движения. Ладно, выбирайте место для остановки и остановитесь. Ну, тут все ровно какая. А где ваш поворотник? Поворотник. Вы в зеркала-то посмотрите, чтобы вам же не прикурили заднюю часть автомобиля. Останавливаемся. Тут прямо вообще страшно, бордюра такая высокая. Страшно? Смотрите теперь в зеркало, нас автомобили объезжают, они на сплошную линию не заезжают? Нет, а тут не достаточно еще места. Достаточно места. Знаков не было, остановка запрещена? Не было. Хорошо, поехали. С левым поворотником. Впереди только 40 градусов. Этих... 40 градусов. 40 градусов. Да, нам уже нужно 40 градусов. Поехали прямо. Впереди только ограничение скорости 40 км в час. Даже сейчас загорится зеленый, этот автомобиль не опережайте. В любом случае, если бы не шла... Бабушка пройдет. Поехали. Если бы даже бабушки не было, многие начинают давить на газ. Но тут такая ситуация, что из-за автомобиля, который находится слева от нас, мы не видим. Может, кто-то заканчивает там маневр, и, соответственно, мы можем его сбить, если разгонимся. Вот мне смущает ваше левое зеркало. Вы в него что-нибудь видите, кроме дороги? Вижу. Точно видите? Да. Ну, дай бог. Я в него хорошо вижу. Все, что происходит сзади, сбоку, слева, да? Да. Хорошо. И справа хорошо. И справа все хорошо. Правее возьмите. В зеркало, если посмотреть, вы будете хорошо видеть, где ваш автомобиль, на каком расстоянии находится от бордюра, от края проезжей части. Разгоняем двигатель. Ой, двигатель уже. Все, заговорились. Ну, автомобиль. Ну, примерно так же, как я въезжаю в гараж. Примерно такое же расстояние с одной стороны. Примерно как вы въезжаете, выезжаете с гаража. Вперед, посмотрите, зрение хорошее. Да, что мы там видим? Парковка. Парковка. Дальше. Пешеходный переход. Дальше. Красный свет. Вот что нам нужно было, в принципе, увидеть. Пешеходный переход и красный свет. Что? Ну, а мы едем со скоростью 40 км в час, потому что тут ограничение было. На 40. А перекрестков не было? Оно было, мне кажется, был въезд. Но это на прилегающую территорию, как добавочная дорога. Я это видео добавлю в YouTube, вот и посмотрите весь свой маршрут. Не позорь меня на весь интернет. А что вас позорить? Как будто кто-то видит, кто у нас сидит за рулем, да? Видят меня только, вот посмотрите, видите, видят меня. На вас камеру я не ставил. Но зачем мне вас показывать? Где-то здесь мы, да, сдаем? Сдавали теорию. Теорию, да. Мы сейчас туда, в принципе, и едем. Потому что-то знакомые уже места. Уже знакомые места. Ну вот. Осталось только получить заветный зачет по экзамену, да? И все. Ой, нам не снилось, называется. Так, в левый
подряд надо уйти. Поворот не включили, зеркало посмотрели. Никого там нет с помощью. Смелее, смелее едем. Правый поворотник, правое зеркало. Вот так вот. Так, смотрите, какая яма, да? Огромная. Две даже. Ну, вы опять сжиметесь вправо. Не надо. Так, не разгоняемся. Не разгоняемся. Правый поворотник включить. Ой, я аж дотянуться не могу. Вот сюда, вправо уйдите. Уходите, уходите. Руль крутите влево. Все, в принципе, мы и приехали. Сейчас я схожу в ГИБДД.